Наверное, прежде всего то, что игроки получали мало игрового времени, какая-то нервозность, несыгранность, возможно, сыграла ключевую роль. Вот, пропустили два мяча абсолютно, то есть соперник не создавал никаких моментов, две нелепых ошибки, но опять-таки связанные, наверное, с отсутствием игровой практики у наших футболистов. У нас по сравнению с первой частью обновилось там приличное количество игроков, около там 7 человек у нас ушло. Вот, ну, первый тайм, да, тяжело найти слова. Первый тайм очень такой сумбурный получился. Во втором тайме мы постарались в перерыве произвести две замены, вот, усилить немножко линию атаки. Ну, команда уже побежала отыгрываться и получили третий мяч. В общем, невыразительная была игра.